Моя завтрашняя рыбалка начинается уже сегодня. Давненько я не был на фидерной сессии, и поэтому вот эти чудесные мгновения сборов, подготовка, замес прикормки преждевременный в ночь, все это очаровательно, все это уже настоящий рыболовный процесс. Конечно же, удочки я закину только завтра рано утром, но сегодня, как я уже сказал, рыбалка моя началась. Значит, задача. Завтра рыбачу на Москва-реке. Это место предстоящего Кубка Сенсос, достаточно знаменитое в Москве. Ну, это черта города, Братеево, очень интересный водоем, разнорыбица, то есть ловится совсем разная рыба. Моим трофеем может стать и лещ, и плотва, и даже сазан. А возможно, удача трофейщика мне не улыбнется, и я буду ловить всего лишь полосатых окуней. Одним словом, завтра покажет. Но, тем не менее, готовить сегодняшнюю прикормку в ночь я буду, исходя из того, что хочу поймать леща. То есть основная задача моя завтра – поймать леща. Но в случае, если с лещом будут какие-то траблы, перестроиться и попытаться поймать то, что получится. Итак, что я сегодня буду месить? Достаточно однородную, некрупной фракции прикормку темного цвета, со сладким, пряным, бисквитным, таким карамельным ароматом. Так как она будет замешана в ночь, она будет достаточно инертная, вот, без каких-либо частиц активных. Вот. И также я подготовлю необходимые мне живые компоненты и пищевую фракцию на случай, если все-таки мои кракены приплывут, и мне необходимо будет их удерживать на столе. Приступим. На завтрашнюю сессию я предполагаю потратить около 2 килограммов сухой смеси. Вот. На данный момент экспериментируем, то есть это наши производственные изыски. То есть разрабатываем, по чуть-чуть тестируем разную прикормку. Вот. На данный момент буду экспериментировать вот с таким вот вариантом матчевой серии. Эта прикормка мелкофракционная, темного цвета. Здесь присутствует экструдированная фракция, ряд интересных компонентов, которые многие из отечественных производителей, которые делают аналогичные прикормки для ловли матчевой и фидерной, не используются. То есть это наши фишки. Посмотрим, как они завтра понравятся москворецкой рыбе. Вот. Прикормки, как я уже сказал, я планирую заместить 2 килограмма. Фракция у нее достаточно равномерная. Сейчас я ее через сито прогоню, станет понятно. А запах такой, прям сейчас ветерочек легкий поддувает, и запах такой сразу распространяется, аромат приятный, такой бисквитно-карамельно-панакотовый. Лещи вообще приличные сладкоежки, вот. Ну а также вообще, как и любая крупная рыба, в этом я искренне убежден, потому как на многих моих сессиях и карпы, и крупные лещи, и караси клевали на очень сладкие вещи. Сейчас вот аккуратненько отсев сделаю через мелкое сито. Вот, все прошло через 3-миллиметровочку. Прикормка очень ровнофракционная. Вы спросите, почему именно такая ровнофракционная? Ведь ты, Сергей Валерьевич, вроде как должен ловить большую рыбу. Я отвечу. Я буду искать участки мягкого дна, заиленного, и мне тяжелая крупная фракция
На достаточно слабом течении Москва-реки не нужна. Моя прикормка по задумке должна быть наоборот, мелкой и достаточно легкой. Вот, она должна создавать не муть, а давать вкус и мелкими частичками лежать и не проваливаться в ил. Привлекающим же фактором, пищевым, привлекающим, удерживающим, будут компоненты, о которых я расскажу чуть позже. Я не буду добавлять сюда никаких секретных добавок сейчас, никаких ингредиентов, ничем ее дополнительно не буду, скажем так, улучшать. То есть буду ловить кормом в чистом виде для того, чтобы понять максимально, получить максимальный срез по тому, насколько он эффективен и насколько он будет работать. Итак, для более комфортного увлажнения я воспользуюсь ведром покрупнее. В нем все это дело будет гораздо равномернее пропитываться. И не так сильно сажать аккумулятор на шуруповерте. Воду я использую из крана, но почему? Потому что у меня здесь скважина и вода, скажем так, чистая. Если замешивать в домашних условиях, то и вода водопроводная обычная, не из скважины, то лучше, конечно, использовать просто обычную, взять баклажку питьевой воды, самой обыкновенной. Поехали. По чуть-чуть. Небольшими порциями. Вначале на малых оборотах, чтобы все это вдребезги не разлеталось, а потом я же переключу шуруповерт на ускоренный режим. В прикормке присутствует некоторое количество бисквита, который дает ей возможность лучше пить, то есть дольше пить. А также здесь присутствует экструдированный зародыш кукурузы и ряд еще интересных ингредиентов, получаемых именно в процессе экструзии, преобразованных под давлением и изменивших своих свойства. Поэтому в целом набор компонентов в корме очень такой интересный. Поэтому прикормка достаточно хорошо и долго пьет и требует нескольких серий до увлажнения. Кто-то сможет, наверное, меня упрекнуть и сказать, типа, ну вот, Попов реклама, Попов рекламирует прикормку, Попов рекламирует удочки. Друзья, Попов разрабатывает прикормку, Попов разрабатывает удочки. Это моя работа, я этим занимаюсь, это мое творчество, мой смысл жизни. Поэтому не обижайтесь на меня сильно, если я вам рассказываю то, о чем, то, чем я живу. И это все-таки мой видеоблог, и было бы странно, если бы я рассказывал о чем-то том, что меня не интересует. А тут как бы есть чем поделиться. Может быть, какие-то из моих мыслей будут вам полезны тоже. В чем еще смысл лещевой прикормки? Лещевая прикормка, в отличие от плотвяной, зачастую не имеет своей первой задачей создавать на прикормочном столе какую-то невероятную механику. Хотя, еще раз скажу, очень часто в последнее время я леща ловлю на весьма активные смеси. В данном же случае лещевая прикормка должна выступать как ароматический вкусовой сигнал и как пробка для подачи пищевых компонентов на стол. Почему? Потому что если речь идет о ловле после нерестового леща, который сейчас в активной фазе, и он питается, то очень важным фактором является не только умение поставить рыбу на прикормочный стол, но и в процессе ловли ее там удержать. Почему? Потому что создание хорошей пищевой конкуренции с вовремя поданными в нужном количестве компонентами добавочными, пищевыми, будь то каша, будь то швы компоненты, создает именно ту самую пищевую конкуренцию, в процессе которой лещи начинают клевать
более активно и, скажем так, дерзко, что ли. То есть они не начинают мусолить приманку, там долго подходить на поклевку. То есть ловля становится гораздо более динамичной, рыбы начинают выхватывать друг у друга изо рта насадку, и тогда, естественно, мы получаем успешную, хорошую, эффективную сессию. Если же нам не удается посредством правильной подачи корма создать эту самую пищевую конкуренцию, мы получаем такую классическую дубинную рыбалку и можем даже вообще не увидеть ни одной поклевки. Хотя лещи могут на столе в этот момент присутствовать, но пищевой конкуренции среди них не будет, и рыба будет себя вести весьма пассивно, хотя и будет продолжать питаться. Также я еще замешиваю прикормку с вечера по той причине, что завтра выезд у меня ранний, и времени на водоеме всем этим заниматься не будет. А тем более, вы же понимаете, еще и снимать надо вот, со съемками, с камерами, со всем этим делом. Поэтому я замешиваю сейчас, чтобы завтра максимально времени посвятить непосредственно самому процессу ловли. Ну вот, предварительное увлажнение проведено. Корм получился такой ровненький, приятный, воздушный, можно сказать. Фракция сама по себе в корме не сильно тяжелая, то есть для илистого дна, с которого очень часто клюют лещи, не с ракушки, для илистого дна. Очень даже ничего. То есть скомковался, разрыхлился. Конечно же, он до утра еще немножечко подсохнет, вот, но это будет нормально. То есть мне такая фракция увлажнения как раз подойдет. Почему? Потому что добавочные живые компоненты, и я планирую использовать еще зерновые частицы, они будут иметь свою дополнительную липкость, если будет еще резко добавлено пробками, то корм еще доувлажнится именно соком из частиц из всех этих. А это пока я дело все отставляю в сторонку и расскажу про очень важную деталь ловли леща на мягком дне. С собой я завтра беру две банки опаря. Вот они, родимые. Абсолютно одинаковые. Белый, обычный, чистый опарыш, просеянный. Сейчас уже лето. И совсем скоро июль вступает в свои права. Рыба активная, рыба после нереста, лещи возвращаются. Они сейчас активно питают, активно набирают, активно питаются, активно набирают, пополняют свои силы. Поэтому опарыш является великолепным компонентом в корме. И в летнее время зачастую даже в этом плане работает лучше, чем всеми нами уважаемый его величество мотыль. Но опарыша я буду топить. У меня одна банка будет опарыша топленого, то есть пассивные личинки, другие будут активные, которых я буду резать. В чем смысл? Смысл в том, что в момент попадания на дно частички, вот эти крупные, замечено. Лещи на них реагируют именно хорошо, когда они инертные, когда эти опарыши там не ползают по илу, не пытаются зарыться, а именно когда они просто на поверхности валяются такими вытянутыми личинками. Плюс после того, как он утонет и утопнет, он вытянется и станет такой мягкий-мягкий. Вот, личинка будет мягкая. Такие личинки очень легко и с удовольствием лещом поглощаются, они их хорошо перекусывают, пережевывают. И в целом добавление именно топленого опарыша является очень хорошей практикой. За неимением возможности или времени утопить опарыша, а на это должно уйти время, его можно ошпарить. Только ошпарить нужно
не заливая кипятком по опарышу, а слегка притопить и налить кипяток в притопленного опарыша, чтобы его не ошпарить, а убить просто сильно горячей водой. Это важно, потому что если вы нальете кипяток сразу в опарыша, вы сварите, белок скоагулирует, он вытянется и станет по текстуре резиновым. Он станет похож на такой престарелый форелевый силикон. Нам же нужны мягкие личинки. Поэтому опарыш должен быть просто в кипятке притоплен. То есть частично перед тем, как заливать кипяток, необходимо налить немного воды холодной в него. А сейчас я просто банально возьму и залью опаря водой. Это нужно делать обязательно в емкости закрывающейся, потому что эти ребята после того, как намокают, начинают активно ползать. Вот, я налил. Вот они у меня плавают. К утру они будут иметь вид мертвых личинок. Но прошу вас, если будете повторять нечто подобное, обязательно иметь в виду, что если вы его даже к утру положите на сухое место, дадите ему просохнуть или выложите его в сухую емкость, часть из этих личинок может снова поползти. Опарыш уникальное по своей жизнеспособности существо. И порой я просто удивляюсь тому, насколько они способны переносить трудности, тяготы и невзгоды, вообще, которые с ними могут происходить. Все, теперь я их накрываю плотненько и отставляю в сторону, дожидаться утра. Вот в таком виде я их и повезу на водоем, и в таком же виде буду их хранить во время рыбалки. Доставая их щепотками, добавляя в кормушку, или же добавляю их в резку ножницами для того, чтобы покромсать их на фарш. Именно стратегия применения топленого опарыша принесла нам очень хорошие результаты на недавно прошедшем клубном чемпионате мира по фидеру, на котором я выступал в качестве главного тренера команды Angler Zemex. Вот. То есть в целом в секторах, в которых ловился лещ, у нас посредством этой добавки получалось его хорошо привлекать и ловить достаточно интенсивно. А этого же опарика я оставлю живым. То есть буду или резать, а также использовать его на насадку. Также у меня еще есть мотыль в холодильнике, который дожидается завтрашнего часа. Насадочный мотыль, я его буду использовать и в качестве насадки, и также точно буду добавлять в качестве щепотками, в качестве прикормки. Но там уже буду модулировать это по ходу пьесы, потому что лишь точка покажет, какая на ней будет рыба и что рыба будет реально хотеть. Водоем, на который я завтра еду, я там буду впервые. Поэтому для меня в этом плане полная загадка. То есть у меня есть, конечно же, информация от ребят, которые там ловили успешно, что, мол, если щи попадаются, ловятся. Но, как говорится, дни бывают разные, да и рыболовы все разные, поэтому результаты тоже у всех будут разные. Также я с собой прихвачу пару баночек зерновых своих. Одна лещевая схема. Вот. Это на базе пшена, арахиса, то есть такая чисто кашица мелкофракционная, щепотками добавлять в корм, по лещу очень хорошо работает. Вот. Плюс здесь еще присутствует грильяж, то есть очень интересная схема. И также в качестве еще декоративных частиц крашеный горох, крашеная гороховая красная крошка. Она с подсластителем NHDC, то есть дополнительная сладилка для рыбулечек будет. Ну и плюс еще дополнительно у нее такой аромат корицы присутствует легкий. То есть это я тоже завтра все вместе смешаю в емкости и попробую добавлять щепотками. Посмотрим, какой будет результат. Подытожу. Прикормка с вечера. Рассчитываю ловить больших рыб. Удочки я уже подготовил. Пособирал снасти, все. Потому что с этими карповыми рыбалками до фидера руки никак не доходили. Ну, наконец-то, таки удалось. Значит, завтра на водоеме расскажу, какие удочки, почему и для чего. И уже расскажу более детально о самой стратегии ловли. В двух словах так. Сейчас сборы, ужин. И завтра с утра на водоем.
Завтрашняя рыбалка и впрямь начинается сейчас. Не выдержала душа поэта и решил я не дожидаться завтрашнего дня. Переиграл планы и рванул половить с ночевочкой. Так что сегодня ночная рыбалка в Москве, на Москварике, в прекрасном месте, на набережной. Вокруг меня каскадный парк, красота, комфорт, чистота. Одним словом, благодать. Итак, я стартую. Дистанция 22,5 метра. Выбрана мной не случайно. Это участок более чистого илистого дна. Остальное дно после промера мне показалось слишком илглубоким, грязноватым. То есть он меня не устраивает. То есть какая-то мелкая травичка цепляется на монтаж. То есть мне такое место для ловли не подходит. А здесь у меня обнаружился пятачок, такой буквально 1,5 метра. Ила без мусора, такого плотного, можно сказать, более плотного. И его я избрал для своей предстоящей рыбалки. Сейчас для более такого скоростного закорма, ну как, точнее, я буду ловить в темпе просто, не без стартового закорма, а просто буду перезабрасываться там раз там в 40-30 секунд. Я избрал в качестве добавки резку живых компонентов, опарыш топленый, живой, немножечко кукурузки. Вот. Я ее прям так в руке подрезаю. Вот. Немножечко кукурузки. И также еще заехал на рынок, прикупил чуть-чуть кастера. Кастер — это редкость, но тем не менее мне удалось его достать. И это очень хорошо, потому что я имел большое количество рыбалок, на которых кастер показывал отличные результаты. Кормушечка среднекрупного размера, 42 грамма. Глубина в месте ловли у меня почти 5 метров. То есть так под пятерочку, то есть здесь глубоко. И на старте я буду работать более такой массивной кормушкой. Если почувствую, что достаточно будет более маленькой кормушки, я перейду на нее. А пока на старте работаю именно с ней. Значит, сегодня разложил я 4 удилища. Логика следующая. Одно удилище со шнуром. Им я сейчас стартую. Им же я и промерялся. Промерял дно для того, чтобы его изучить. То есть максимальная информативность. 12-футовое удилище до 75 граммов. Такой light, medium. Это Icon Tournament моей разработки удилища спортивной серии. Одно из них, как я сказал, уже со шнуром. Шнур, кусочек шок-лидера из лески небольшой и монтаж с резинкой штекерной. На среднего размера отводе с кормушкой средней. То есть я сейчас стартую. Это такой монтаж позволит мне, во-первых, а, быстро и комфортно кормиться, б, как я уже сказал, промериться качественно. И еще самая важная деталь, я за счет того, что леска очень информативна, шнур плетен очень информативен, я увижу наличие на точке, там, предположим, если приплывут лещи. То есть когда они начнут там касаться шнура, то есть эти колебания небольшие квертипа, все это мне удастся идентифицировать вовремя. Впоследствии, когда я мне удастся поставить рыбу, я перейду на ловлю с удилищами с леской. Это три других удилища. Они такие же 12-футовые Icon Tournament, за исключением лишь того, что на них установлена в качестве основной монофильная леска 0,22 мм и квертипы разных тестов. С чем это связано? При ловле леща тест квертипа имеет большое значение по той причине, что лещ очень щепетильно относится к тому, насколько жесткий имеет контакт насадка
в момент, когда он ее забирает в рот. Поэтому я разложил три разных QR-типа, установил три разных QR-типа на удилище. 1 унция, 0,75 и 0,5 унции. Для того, чтобы на случай, если поклевки леща будут совсем такими аккуратными, использовать более тонкие QR-типы, более мягкие, чтобы минимально-минимально предотвращать заглатывание, засасывание с потоком воды насадки лещу, то есть чтобы контакт был самый мягкий. Или же, если рыба будет активная и нужно будет использовать более крупные кормушки, я перейду на более массивные QR-типы, в том числе и до 1 унции. Плюс здесь приличная глубина. И даже под давлением воды просто леску немножко подтягивает, хотя течения нету, здесь стояк в данный момент. Вот. Леску подтягивает и QR-тип тоже натягивает. Поэтому я буду смотреть по ситуации, какой из QR-типов мне позволит максимально комфортно работать по рыбе на этой рыбалке. В качестве насадочки у меня опарыш, мотыль, кастер, все по классике. Вот. Так. Чуть-чуть. Фидерарм зацепился. Ну ничего, бывает. Ветерочек поддувает слегка. Возможно, еще и немножечко дождя застану я сегодня, а возможно и пронесет, хотя вдалеке так достаточно все эпично. Посмотрим, поживем, увидим. Сейчас я даю корм пробочками, такими, чтобы упало прям на стол его некоторое количество, и жду прихода рыбы. Клев всякой плотвы и окуня, он уже выключился, потому как, ух ты там, какую несет красоту, он уже подвыключился, поэтому, скорее всего, если кто-либо изогнет мой QR-тип, это уже будет та рыба, за которой я, собственно, сюда и приехал. Ветерочек поддувает немножечко, ну ничего, посмотрим. Все равно сейчас лето, тепло, и никакая погода, будь то дождь, будь то солнце, нам не помеха в нашем деле. Единственное, что чуть позже надо будет просто надеть мастерку, дабы не мерзнуть. Это акватория является полигоном предстоящего Кубка Сенсос, который стал уже традиционным турниром для Москвы. И можно сказать, что эта рыбалка моя в некоторой степени тренировка, что ли. Конечно, она проходит в ночное время, но тем не менее есть повод отработать поклевка. Есть повод отработать рабочие смеси прикормочные. Да и вообще просто поработать с местной рыбкой, посмотреть, как она себя ведет. Так, кто здесь у нас? О, полуночная, знаменитая москворецкая плотва. Ну что ж. Прекрасная рыба. Опа, 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 опа. Я бы даже сказал, великолепная рыба. Опа. Ой-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Какая красотуля. Ой! Ну, собственно, в садок я ее не собирался отправлять, поэтому все идет своим чередом. Рыбка уже летняя. Пожалуй, подсачок я вот сюда вот положу, вот так вот. Рыбка уже летняя. Такая сопливая. Даже плотва в это время года
покрыта изящным слоем слизи, хотя на самом-то деле является одной из самых сухих рыб, в отличие там от леща. Вот. Но сейчас все равно уже лето, и плотвичка такая. Защищается таким образом, она обороняется. Слизь является для нее защитной оболочкой. Так. Плотва. Хорошо. Хорошая гостья. Значит, точка рабочая. Ждем, когда приплывет кто-нибудь покрупнее. Очень комфортная дистанция. 22,5 метра. Просто все ложится точно. А для ловли, когда течения нету, точность очень большое значение имеет. Так, сейчас, чтобы лучше было видно, это кивертип. Вот. Еще подрезочки немножечко сделаем. Сейчас такое как раз время. Сумеречное. Еще и не сильно, и не темно, и уже не светло. Из-за этого видимость, наверное, самая слабая, которая может быть на рыбалке. Так, а где я положил ножнички? А, вот они. Вот. Резко на старте рыбалки имеет большое значение. То есть это мощный, наверное, один из самых привлекательных, интенсивных вкусовых и пищевых сигналов, которые только можно дать рыбе. Поэтому, особенно на старте, использование резки всевозможных живых компонентов, будь то парик, червяк, там, мотыль, возможно, очень хорошо привлекает рыбу. Я вот сейчас насадочного мотылика немножко дам. Вот. И дает возможность ускорить постановку рыбы на рабочий стол. Потому что, наверное, более аппетитного дипа трудно найти. Так, чуть-чуть подстрою сейчас Настя, чтобы было лучше видно. Я нарочно не цепляю сейчас светлячок на квертип, потому что квертип достаточно мягкий. Вот. И просто я думаю, что будет некомфортно, если там еще будет болтаться светящаяся такая балабуха. Поэтому постараюсь идентифицировать при помощи фонарика направленного света. Поклевка. Походу тоже плотвичка, но мимо. Ох, надвигается что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Пожалуй, сейчас заброшу кормушку. И надо будет ставить зонтик. Ночной дождик не обойдет нас стороной. Ха-ха. Красота. С той стороны, конечно, просто эпичный пейзаж. Мега эпичный. Так, еще хорошую кормушечку на точку. Ух, полную живых компонентов, вкусняшечек. Опа, есть контакт. На горизонте что-то с чем-то. Пора ставить зонт. Так. Зонтик. Вот пусть стоит тут. Как говорится, на случай дождя
на случай дождя. Так, он меня сбережет. Продолжаем. На трех опарышах. Докорм. Так. Костерочек. Топленый опарик. Топленый опарик. Это тренд в этом году. С ним очень хорошие результаты на многих соревнованиях показываются. Ну и предстоящий чемпионат мира в Италии, может быть, тоже докажет эффективность топленого опарика. Посмотрим. Как раз сегодня понедельник, и сегодня первый день тренировок. Там посмотрим, что ребята там будут ловить. Надеюсь, порадуют большими уловами, потому что водоем там, говорят, очень приличный. Какие особенности ночной рыбалки с фидером? Как правило, в ночное время выключается мелкая рыба в большинстве своем, и динамика клева, конечно же, ниже. Но, тем не менее, происходят зато поклевки крупной рыбы, потому что мелкая рыба не так сильно докучает, не так сильно подчищает прикормочный стол, фракция дожидается выхода более тяжелых экземпляров, и поэтому ночная рыбалка в летнее время — это такая как раз трофейная штука, которая позволяет поймать именно достаточно крупную рыбу. Связано это также еще с тем, что рыба переходит на ночную манеру питания по той причине, что днем вода очень сильно прогревается, и именно ночной клев является... Так, кто тут у нас? Еще один гроссгордонс. И ночной клев, ночной режим является для нее самый оптимальный, когда водичка становится чуть-чуть холоднее. Очередная шикарная, ну, такая грамм 300, может 350 плотвень, знаменитая москворецкая. О, какая. Упитанная, широкая в спине очень рыбка, такая прям увесистая. Если бы такая ловилась на соревнованиях, я думаю, можно было бы, конечно, делать на них основной результат. Плыви. Вот. Поэтому ночной клев в летнее время — это обычное дело. Жара и прогретая вода делают свое дело. Но у ночного клева есть и свой специфический характер. К примеру, если дневная рыбалка, как правило, такая, она в течение всего дня имеет характер такого стабильного, ярко выраженного клева, с редкими там небольшими паузами, возможно, но тем не менее рыба клюет, ловится, питается в течение всего дня, то ночью характер клева такой специфичный, он имеет характер выхода. То есть можно сидеть, например, несколько часов, ждать поклевку, и будет такое ощущение, что вообще просто умерла точка. То есть мелочь выключилась, поклевок нету вообще никаких, сидишь просто, пуляешь куда-то в одну точку и не видишь никакого отклика. И потом там, как там, в пол первого ночи вдруг боженька включает рубильник, и начинается раздача. То есть заплывает стадо рыбы, или же стадо, которое там находилось, просто включается и начинает активно питаться. Ох! Минус кормушка. Эх, бывает. Бывает. А, скинула петельку. Ну ладно. Хорошо, перейдем на лесочку. Вот. На чем я остановился? Ага. И, короче, характер вот этот клёва, он такой именно вот. Ждешь, 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 ждешь.
И потом начинается основная рыбалка. И тоже точно так же она, вот насколько она резко начинается, настолько же она зачастую резко и прекращается. Ну или же просто плавно угасает с рассветом. Характерной особенностью выбора ночных точек бывает как раз та тема, что не всегда это глубокие места. То есть очень часто в летнее время, во время ночной ловли, рыба выходит именно на некие такие равномерные поливы. Песчаные, там, илистые, ракушаные, ну такие весьма равнозначные участки донного рельефа, то есть, которые, в общем-то, так вот, если посмотреть по-хорошему, особого интереса никакого, ну, так не представляют. Просто ровное дно. И не совсем это может быть глубоко. Глубина может быть там 3-4 метра, 2 метра даже. И тем не менее, рыба туда заплывает и начинает активно питаться именно с таких мест. Чем это обусловлено? Трудно сказать. Возможно, там есть какие-то колонии бентоса. Возможно, просто там температура воды, которая ей больше всего нравится в данный момент. Не знаю. Но я часто в летнее время ночью ловлю рыбу именно с участков дна, без какого-либо рельефа. Просто ровные участки дна. Так, еще один красавчик. Опа. Москворецкий лещишка. Опа. Отличная засечка. Четко. За. За нижнюю губочку. Так, дружочек, сейчас я тебя опущу в садочек. Опа! Ночная москварика ловля леща на фидер. Точка начинает работать. Рыбки приплыли. Рыбки приплыли. То есть все по схеме. Такой притемленный корм. Насадка на данный момент 3 опарика. Я их комбинирую. Живых с топлеными. Потому что топленый опарик имеет свойство, он такой становится более мягкий. И когда лещ, например, клюет элегантно контактирует с насадкой, такого опарика он продавливает гораздо лучше, и реализация поклевки лучше. То есть он пробивается крючком, особенно когда крючок не крупного размера. Но когда клев становится активный или просто рыба хорошо питается, это не совсем обязательно делать, использовать именно топленого в качестве насадки. Можно вполне оперировать и живым. Так. Сейчас поклевка была достаточно выразительная. Поэтому, то есть так, хороший загиб, рыба нормально контактирует, то есть хороший сигнал был, поэтому, оп, загиб. Поэтому я использую мимо QR-тип 0,75 унции, 0,5 решил не использовать, 0,5 слишком такой мягенький, совсем уже мягенький, то есть достаточно 0,75 вполне. Прижатые опарыши, то есть
Я достал, сейчас их, такие они были, прижатые. То есть рыба не засеклась, крючок острый, опарыш бьется хорошо, но по какой-то причине не взяла. Возможно, сейчас будем вариативно подходить к длине поводка. Тоже, возможно, придется поиграться. Кормушку я продолжаю использовать с такого среднекрупного размера для того, чтобы раскочегарить стадо, чтобы поклевки были как можно более скорыми. Так. Чуть-чуть кукурузки подкину на случай, если вдруг в местные края забредет карп, чтобы он тоже посетил мой прикормочный стол. И сейчас уже вот я получил рыбу, загиб, оп, рыба сопротивляется, ух, на месте стоит, ах, обрыв, скорее всего обрыв или сход, эч, сход, эх, 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 хороший был, тяжеленький. Видать, за самый край губы засекся. Сейчас я в защиту попал крючок. Ха. Так где ж ты? Так. Хороший тяжелый лещ был. Где-то, видать, за краешек губочки засекся, поэтому отклеился. В следующий раз приспущу фрикцион сильнее. Ну, хотя обычно в таких случаях крючочек, ну да, такой подзатупился. Сейчас заброс сделаю с таким и поменяю, пока свяжу поводок. Да кормиться надо побыстрее, пока стадо пришло, чтобы его раскачанным держать на конкуренции. Хороший загиб какой был. Красота. Конечно, лещевые поклевки такие ни с чем не сравнимые. Так, 0,117 лесочка. Крючок. Овнер 53-100. Размер номер 14. Хороший крючок, достаточной прочности проволоку для того, чтобы ловить даже большую рыбу. И интересно, небольшой подгиб вовнутрь жала, самую малость. Это дает этому крючку, такая инженерная конструкция, дает ему хорошие преимущества во время ловли на плотном дне, ну таком типа а-ля ракушка, он чуть-чуть медленнее тупится, нежели крючки раскрытого типа, ну там, где жало параллельно цевью идет. Вот, но я здесь, у меня дно мягкое, здесь никакой цепы нету, но все равно этот крючок я считаю одним из хороших лещевых контактов, одной из хороших лещевых моделей. Вот, поэтому использую его на этой рыбалке. Поводков я не навязал заблаговременно, потому как не знал, какие конкретно здесь они будут нужны. Так что экспериментирую. Под соревнования, понятное дело, если были бы соревнования, была полная поводочница. А так, с последних соревнований у меня остались какие-то там на 2.08 микроскопические поводки. Вот даже явно видно, я пока вяжу поводочек, у меня было 3 контакта,
Но так как крючок туповат, затупился об защиту подсака, садка. Вот, прям видно, как рыба не пробивается. То есть, по идее, я могу, конечно, там выждать момент и подсечь. И? Возможно, я пробью рыбу, засеку. А возможно, дам и просто по губам. Поэтому типичный вот рывок. Оп. Так и надеялся. Ага. А надеялся у нас не лещ. Надеялся у нас очередной Мега Гросс Гарденс москворецкий. Опа! Так. Не, ну плотва, конечно, тут шикарная. Плотва просто восхитительная. Эх ты, родимая, где ж ты на соревнованиях такая ловишься? Плыви, клещам тебя не посажу. Маловато ты для них. Так, сейчас поводочек как раз связал. Свеженький, целенький. Соплях. Возможно, 14 номера 53-100 и маловат для этой рыбалки. Для ловли леща на опарыша, тем более на большого количества, поводочек метр. Вот. Но, тем не менее, пока работаю с ними, если что, то почему бы и нет. Ну, крупнюсь. Так. Примечательно большое количество людей, увлеченных здоровым образом жизни. Вот ребята бегают, девушки бегают, следят за фигурой. Это прекрасно. Так. Есть. Поехали дальше. Раз, два, три, четыре. Кормушечка. На точку. Важно, конечно, пытаться подобрать оптимального размера крючок под насадку, чтобы всегда было достаточное количество атакующей части жала, которая бы проникала в ротовой аппарат рыбы. Вот. Поэтому подбор крючка под насадку — это такая очень важная деталь. В контексте конкретно вот этого крючка в 14 размере 53-100, здесь речь идет максимально о 4 опарышах. Пятый опарыш уже будет жестко закрывать его. Для кукурузы он вообще не подходит. Вот это загиб. Ого. Вообще, походу, может даже карповая поклевка. По-моему, сразу обрыв. Ну, с подачи. Не, просто по губе. Ах, хорошо как. Ух, как хорошо-то. Прям так. Ух. Да, сейчас буду увеличивать крючок. Мелковат. Нету вот этого вот атакующей части хорошей. Вот чтобы раз и... И рыба засеклась. То есть подача есть, а засечки нет. По губе, ну по соплям скользит. Вот. Так что вот так вот в процессе рыбалки подбираю. Сейчас еще одна, если холостая будет, укрупнюсь немножко по крючку. Так, а что у меня по крючкам есть из такого, что может... отработать сейчас? Да, у меня есть катана 1040 катана есть
в приличном размере. Достаточно. Сейчас посмотрим на этот заброс и, если что, будем делать выводы. Пока мисс. Опа. Так. Так. Вот тут вот он, скорее всего. Опа. Так. Опа. Хорошая поклевка. Хорошая поклевка, прям так загнул, лихо он. Так, братушечка. Ох ты, красавчик мой. Опа. Хорошенький. Это же покрупнее чуть-чуть. Сейчас укрупнимся по крючку. О, каков, каков. Хрюкаешь. Так, этот уже покрупнее немножечко. Подать собираешься ты? Пацака. Есть. Сопли, слюни. То все 5-10. Неотъемлемый атрибут лещевой рыбалки. Ну ладно. Еще попробовать один разочек забросить с этим крючком. Опа. Там разберемся дальше, пока буду вязать поводок. Хорошо корм ставит рыбу, нормально приплыло, живые компоненты держат. Щепоточку кастера. Обязательно при ловле леща важно, когда рыба становится на точку, нужно стараться постоянно давать не живые компоненты, то есть его нужно постоянно поддерживать, и уже можно отказываться от резки. То есть резку имеет смысл давать тогда, когда рыба находится в постановке на точку, то есть когда ты ее только привлекаешь. Но когда рыба уже приплыла и она становится, резку уже давать смысла нету, нужно давать целые частички. Единственное, что нужно эмпирическим путем выявлять, какие из них лещ воспринимает как более привлекательные. Во, отлично. 1090, 12 номер. Достаточно много здесь для него пространства, для загиба, для большой насадки. Сейчас попробуем поработать с этим крючком. Плюс он тоненький достаточно, будет пружинить неплохо по рыбе. Так. Посмотрим. Посмотрим, что это нам принесет. Так. Кто-то коснулся квивер-типа слегка. Вздрогнул квивер так. Совсем малость. Конечно, это ночная рыбалка, штиль, когда становится. Когда все эти лещевые поклевки, касания видны. Это прям магия какая-то. Волшебство, точнее, я бы сказал. Волшебство.
Так. Раз, два, три, четыре, пять. Единственное, что приходится постоянно присматриваться. Затишье такое, как пауза такая небольшая. Потому что до этого лещи клевали достаточно динамично. Я бы сказал, там интенсивно. Там и минута не проходила между поклевками. А тут раз и прям так тихонечко стало. Постоянно отвлекаюсь на квертип. Это не карповая рыбалка. Там, где можно просто оставить все на волю сигнализатора поклевки. Но при желании можно уйти в old school и повесить колокольчик. Есть. Ух ты, какое затишье это стало. Вот интересно, чем оно вызвано. Вариантов несколько. Может приплыть сазан, может приплыть сом, а может быть что-то еще. Сейчас посмотрим, что это еще. Вроде бы все нормально. Вроде бы. Так, сейчас посмотрим. Так, новый крючочек привяжем. Посмотрим. Так, есть. Метр. Отлично. Так. Поплевываю огрызками лески. Уж прошу прощения. Ну, что поделать. Издержки производства. Петля в петлю. Поводочек. Более крупный крючок ставим. И... Ой. Пролетел мимо. И... Пытаемся, посмотрим, какая будет реализация с более крупным крючком. По идее, должно пойти на пользу. Плюс я сейчас смогу спокойно увеличить насадку до 4 опарышей, что тоже немаловажно, потому как в такое время суток, в темное, рыба все равно лучшим образом отзывается на более крупные насадки. Плюс я добавил около 10 сантиметров длины поводка. Возможно, это мне даст сейчас более уверенный, хороший, качественный загиб. Так, кусочек лесочки нужно. Разберемся сейчас. Так, смотрим. Лещ такая рыба, которая требует от оснастки особой филигранности. То есть каждые 10 сантиметров поводка решают, каждый размер крючка решает. Ну, в том случае, если как бы есть желание его ловить в больших количествах. Потому как единичные поимки, они там могут в прилове на любую снасть, он может вскочить. Но вот когда речь идет о постановке на стол и желании его ловить регулярно, тут уже, конечно, нужно подбирать, чтобы четко было. Загиб, рыба, загиб, рыба. Вот. Хорошо, дождик прошел. Стало и тепло, и тихо. Красота, конечно. Ночной парк.
как-то все очень романтично. Такое все. На той стороне отражаются в реке дома, огни, проезжающие машины, фонари. И тут, конечно, такая аллея с этими цепями. Такая, очень такая, праздничный вид у нее. Да вообще, Москва, лето в Москве образца 2018 года особенно прекрасно. Чемпионат мира по футболу идет сейчас, все так празднично. Много туристов, страна встречает гостей. То есть чувствуется такое, витает в воздухе именно ощущение такого настоящего праздника. Очень круто. Небольшое временное затишье. То есть было до этого рыба, 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 рыба. А сейчас раз. И динамика упала. Что делать? Конечно же, для начала можно немножко порезать. Конечно же, дам немножко резки. Немного сладкой кукурузки бондюэльки, с которой предварительно я слил рассол. Кромсаю ее в мелкие частички. Также кастер. Вот сейчас прям так вообще вот тихо. Раз, все, и кьюртип стоит, не колышется. Кастер. То есть сейчас моя задача дать пару пробок с таким интенсивным сигналом корма. И, возможно, потом, если не сработает, поиграться на смене насадки. То есть вместо опарыша использовать мотыля. Сейчас я вот опарыш вместе с насадочным мотылем растолку фарш. Для того, чтобы взбодрить лещу десна. Я думаю, что пара таких кормушек на точку должна оживить ее однозначно. Так. Такое небо красивое. Вдалеке там остатки лазурного заката, уже какого-то такого верха от заката, вот. А над ним тучи висят. А так как фонари города, вообще освещение города дает теплый рефлекс, облака кажутся такие фиолетово-коричневыми. Очень это живописно все смотрится. Так. Сыграю сейчас на смене насадки. Просто пучок хороший мотыля, там 8 или 10 штучек. Так. Так. Есть контакт. Очень важно в момент докорма, когда кормишься резкой, соблюдать следить за точностью заброса. Это очень важно, потому что замазать резанной фракцией, это можно очень сильно себе наломать точку и сдвинуть рыбу, или ее даже размазать, и клев может наоборот от этого еще сильнее просесть. Поэтому иногда даже в моменты, когда вот днем идет ловля, там сильные порывы ветра и все, лишний раз стоит порой, если не уверен, что попадешь, лучше отложить заброс там на пару минут или дождаться, то есть не торопиться, но лучше попасть, нежели промазать. И ежели чувствуется, что полетела не туда, лучше сразу постараться остановить кормушку и вытрусить ее в стороне, аккуратно, плавно отведя, не насорив на точке. Это очень важная деталь при ловле леща, особенно потому что у меня было много соревнований, на которых отклонение от кормовой точки
неминуемого влекло к тому, что поклевка или затягивалась и происходила гораздо позже намеченного срока, или же вообще ее не было. Поэтому за точностью при ловле леща стоит очень внимательно следить. Именно за точностью подачи вот этих компонентов всех живых. Есть, конечно, такие статистические рабочие кормушки, то есть когда ловишь там в процессе работы, понимаешь, что точка кипит уже, и не обязательно там давать постоянно. Подача какая. Что не обязательно давать постоянно на стол. Тогда уже, да, можно не париться особо, но когда речь идет о добавках, сразу стоит очень внимательно отнестись к тому, чтобы не промазывать. Другая рыба какая-то, бойкая очень. И подача была резкая очень. Ой, дружаня, кто к нам приплыл? Сазан. Эй. Да, я смотрю, такая подача сразу резкая. И как-то он аж так, ну не по лещевому. Вот она и пауза была. Вот она и пауза в чем заключалась. На кукурузку приплыл сазанчик. Ночной гость. Ух, какой дерзкий. Так, дружаня, ты так к берегу подплыл, вроде ничего, а сейчас начинаешь мне бой давать. А, в траву не надо. Ой, чувствую, сейчас засажу я его. Так и намотался. Леска тонкая на поводке. Не могу форсировать его. Опа! Да, папы. А, нет, чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я думал, он в садке. Вот это да! Хо-хо! Как ты успел? Ой, темнота, друг молодежи. Надо же было, рыбу с подсак не заметил, как завел. Ты посмотри, какой боец. Так, ты внутри? Слава тебе, Господи. Привет, дружище. Как засечка? Ага. Так. Хорошо. Плотненько так сел. Опа. Опа. Настоящий, длинный сазанчук. Привет, дружочек. Какой боец попался. Вот и точка отвыключилась от леща. Когда удается динамику клёва удерживать, вот такую, ну хоть маломальскую, предположим, когда вот виден ритм, там рыба, там или поклевка, очень их сразу как вот... Маячки сразу появляются, такие, раз, пауза небольшая, значит, что-то надо менять или что-то надо переделать. Вот это очень важная деталь в рыбалке фидерной, чтобы стараться строить свою сессию таким образом, чтобы постоянно получать отклик от водоема.
тогда можно сделать какие-то выводы, там, докармливаться, там, увеличивать поводки, то есть что-то менять для того, чтобы улучшить клев, или же вовремя замечать ситуации, моменты, когда что-то происходит, какая-то аномалия на точке происходит, то есть что-то не так становится. По идее, изловил я этого барбоса, и сейчас должны вернуться лещи, ну, по логике вещей. Вот. А там, конечно, посмотрим, как получится. Загиб прям такой был. Он аж смык... Ну, типичное сазанье поведение. Аж смыкнул эту удочку. Так. Пока мись. Или же наоборот, мы можем, конечно, попытаться половить еще сазанов. Может, он стайный. И приплыл не один. С братвой. На карповых соревнованиях у нас получается привлекать их в большом количестве. Дам кукурузки еще. Я намеренно кукурузку подрезаю, чтобы она такими лохмотьями была, не цельными зернами. Потому что у нее очень хорошая такая пористая, рыхлая структура внутри, которая отдает в окружающую среду большое количество вкусной, аттрактивной мякоти, частицы, мути, такой вкуса, облако вкуса. Поэтому резка кукурузы — полезное занятие. Смотрим. По идее, вот я его сейчас поймал. Возможно, лещам понадобится некоторое время, чтобы вернуться, потому что замечено уже было неоднократно, что леща умудряются прогнать с точки, например, там стоит стая лещей, там килушки, двушки. Приплывает сазан вот такой, некрупный, там буквально там килушничек. То есть не прям не гигантский, не кракен, не повелитель глубин. И такая рыба умудряется разгонять его с точки. То есть в контексте речного дна сазан однозначно доминантная рыба, и лещ уступает ему свои права в момент кормления. Проплывает сухогруз, повез песочек. А у меня после поинки сазана небольшое затишье продолжается. Вариантов два. Или он там не один, и есть еще его собратья. Или же лещу нужно некоторое время для того, чтобы вернуться на точку. Вот. И третий вариант — поиграться еще раз на смене насадки. То есть попробовать еще раз поработать с мотылем. Поэтому перезаброс с полной кормушкой живых компонентов. Ай, зацепился. С полной кормушкой живых компонентов. Но на насадке в этот раз у нас будет не опарыш, а хороший, аппетитный пучочек мотыля. Вот он, родимый. Ночная рыбалка, конечно, еще хороша тем, что наступает вот эта вот тишина. Ветра, как правило, ночью гораздо меньше, чем днем. И вот можно ловить, ощущая самые тонкие колебания лески, когда не прыгает на волнах квир-тип удилища. То есть такая вот рыбалка совсем точная получается. Это, конечно, в этом есть особый шарм и особая прелесть. Поэтому такая рыбалка созерцательна. Плюс ночь, она другая. Ночью как-то все сосредоточение происходит. Где потом смотреть? Все сосредоточение, все так как-то, как я уже говорил, посказочнее.
Сзади публика катается на великах. Ребята, вот зрители подъехали. Вот. Это рыбалка в городе, она всегда такая. Так сказать, популяризируем таким образом современную ловлю в стиле фидер. Итак, мотылик, заброс, ждем. Ждем. Леща, конечно, сазан прогнал напрочь. Изгнал с пастбища. Но попытаемся его вернуть. Я, наверное, еще сейчас сделаю вот что. Я еще сейчас, наверное, резану хорошую щепотку мотыля. Потому что мотыль прям вообще самый лучший аттрактант, лучше любого дипа. Вот это его сок. Должен дать дополнительный вкусный сигнал нам, чтобы вернуть на точку нашу рыбу. Так. Ну что, братцы-кролики, вы там где там? Так затихли-то, а? Пора возвращать вас. Так, наверное, еще чуть-чуть подрежу. Жалко, что сегодня не удалось мне заехать еще на рынок и купить прикормочного мотыля. Вот, возможно, он бы пригодился. Хотя, возможно, и нет, потому что, разве что в резку, потому как вот летние рыбалки, они такие вот, они предполагают все-таки крупные компоненты. А когда погодка меняется, становится холоднее, вода становится холоднее, уже наступает эра мелкого мотыля, который, к слову сказать, в моем понимании, тоже бывает очень разный. По-разному рыба на него реагирует. К примеру, если есть возможность в качестве кормового мотыля мелкого использовать не лиманского, а речного мелкого мотыля, то я всегда стараюсь это делать, именно рыбачить с речным, потому что речной, в нем не так много ила соленого, и мне кажется, что вот конкретно лещ на него реагирует наилучшим образом. Вот. Понятное дело, что за неимением его приходится использовать лиманского, но лиманский мотыль, как мной было замечено, работает по лещу не так хорошо. Вот. Хотя, конечно же, это все очень ситуативно. Понятное дело, что бывают разные рыбалки. Но как-то в большинстве случаев получалось именно таким образом. Поэтому я всегда стараюсь мелкого речного брать с собой на фидерной рыбалке. Так. Какое затишье. Сейчас еще. Поддать надо жару. Поддать вкусняшечек. Попробуем еще теперь сыграть с увеличенной насадкой. То есть много опарыша. Не 4, а там 5 больше. Такой прям целый пучочек. Почему бы и нет? Может быть там на точке кто-то тот, кто желает более объемных угощений. А их как раз есть у меня. Пробочка, корма. И попробуем задубинить, как говорится, на рыболовно-спортивном сленге. Задубинить — это значит занять выжидательную позицию и ловить до поклевки. Чем, к слову сказать, на прошедшем чемпионате мира, как я уже говорил в своем обзоре с него, отличились там наши коллеги из команды Германии. Должен заметить, что идея увеличить крючок была хорошей. То есть все-таки можно смело, не стесняясь, чуть-чуть увеличивать крючок под насадочку. Что касательно поводка, то я сейчас перешел
уже на достаточно толстый поводок. Все-таки, с учетом того, что влетают сазанчики, лучше перестраховаться и быть готовым к поклевке рыбы более крупной, мало ли чего. Вот, поэтому 0,104 нормально, хорошо, вполне себя проявляет. Удочка вяжет, то есть некоторую часть рыбков гасит, остальное уже делает фрикцион, леска, ну и расслабленные руки, потому что на вываживание я никогда не жму руки к туловищу, всегда вываживаю, ну, на расслабленных, делаю шарнир, сустав, чтобы все вот эти узлы, кисть, локоть, плечо срабатывали в момент рывка. Очень важно, тогда получается, что дополнительная амортизация выходит, и многие рывки там нивелируются за счет вот этого движения. А когда удочку начинаешь сжать и жестко держишь в руке, получается, что здесь контакт очень жесткий, и резкие рывки рыбы зачастую приводят к обрыву или там досадному сходу, разрыву губы и так далее. Поэтому за этим надо следить. И техника вываживания крупной рыбы или мягкогубой рыбы, такой как лещи, например, именно во многом базируется на технике расслабленной руки. Вот. Плюс кисть всегда надо держать, она, у нее должно быть пространство для маневра, ни в коем случае не жестко. Даже иногда пальцами катушку надо держать, ну вот, катушкодержатель вместе катушки, для того, чтобы всегда была возможность вот, задействовать подвижность человеческой руки. Это очень серьезный инструмент, который прибавляет к вязкости удилища, ровные руки к вязкости удилища прибавляют плюс 90% сразу же. Вот, тогда можно достаточно даже быстрого строя удилищами манипулировать при уваживании рыбы на весьма тонкие лески. То есть это немаловажно. Хотя, еще раз говорю, я сторонник удилищ все-таки чуть-чуть побыстрее строим. Загиб. Как это я так хорошо плавно поехала удочка? Вот. Я сторонник удилищ все-таки, чтобы строй у них был такой побыстрее, скажем так. Вот. Ну, точнее, даже не побыстрее, а такой более, скажем так, прогрессивный, так называемый. Когда удилища на забросах, при операциях с тестами комфортными для заброса, имеет достаточно быстрый строй. То есть, когда, предположим, при 70 грамм теста, вот как сейчас Icon, удилище при забросе кормушки 42 плюс корм, которая вся вместе весит грамм под 70 как раз, вся вместе это комбинация монтажа. То есть она прогибается определенным образом, срабатывает верхняя треть удилища. А середина бланка, если заброс не силовой, она остается достаточно собранной, ее не гнет. Если заброс силовой, начинает прогибаться уже дальше, нагружаться удочка. А уже на рыбе удочка начинает отрабатывать от первого кольца. Вот. Такие удилища мне больше по душе. Это спортивный тип удилищ. Они позволяют при умелых руках оперировать тонкими лесками, вываживать полноценно любую рыбу. Но при этом дают гораздо больше возможностей при ловле в ветер, в плохую погоду, когда нужно ловить очень точно. Потому что за счет того, что в момент заброса удилища работает верхняя треть, в первую очередь, точнее, верхних две трети, а комель остается заряженным, это дает возможность очень быстро удилищу останавливаться, максимально быстро. Это значит, что в момент, когда его качнуло, и снаряд уже вылетел, то есть монтаж полетел, оно уже вернулось, то есть его не продолжают болтать на ветру, и за счет этого получаются очень точные забросы, акцентированные. И то же самое касается коротких подрывов, манипуляций с проводкой, когда аккуратненько заброс, нужно сделать короткое подтаскивание или там поклевка, или просто начинать приподнимать и делать проводку, то есть анимируя таким образом приманку. То есть удилища прогрессивного строя, они в этом плане работают куда более убедительно, на мой вкус.
Хотя есть большое количество рыболов, адептов очень мягких удочек, там, такого английского плана, параболиков. А есть ребята, которые ловят вообще сверхбыстрыми удочками, прям вообще быстрыми, которых гнется только квир-тип. Все это имеет право на жизнь, кому как удобно, тут кто как привык. Я излагаю свою доктрину фидерного видения вот этого всего. Потому как, ну, просто у всех свой опыт позитивный, там, и он у всех он субъективный. Понятное дело, что у каждого есть воспоминания о том, что вот когда-то так, вот таким-то удилищем у меня получалось хорошо. Да? Вот, и, как правило, люди на том и стоят. Поэтому я никогда не вступаю в споры о удилищах, там, мол, какие лучше, какие хуже. Оп, загиб, рыба. И так далее, и тому подобное. Потому что это очень-очень деликатная, щепетильная тема, у всех вкусы разные. И благо на современном рыболовном рынке количество производителей колоссально. Вот, есть огромный выбор. Вот, альтернатив много, и это прекрасно. Мистер Лещ, вернулись. Опа. Ух ты. Ух ты. Здравствуй, красавчик. Здравствуй. Я тебя уже заждался, если честно. А то сазаны вас прогнали. Хорошая рыбка. Хорошая рыбка. Так. Надо вытереться от слизи. Потому как я уже начинаю крепко в нее погружаться. И на крючке прям целый набор. Крючочек чуть-чуть подразогнул я сейчас, когда доставал у него из губы. Ну, сейчас на время заброса его подогну назад. И свяжу новый поводок. Так. Так вот, продолжая разговор об удилищах, хочу сказать, что напомните, я об этом уже когда-то говорил, что в первую очередь задача фидерного удилища, в первую очередь, доставить точно монтаж в нужное место, место лова. Точно пробить ветер, забросить. И лишь только потом вступает в работу квир-тип, который идентифицирует поклевку. И лишь только после этого вступает в работу пресловутые вяжущие свойства. Ну, как пресловутые. Ну, те самые вяжущие свойства, которые так важны. Но я должен сказать, что уровень рыболовов с каждым годом растет. И такое понятие, как вяжущие свойства, начинает отходить на второй план, потому что ребята в целом, фидеристы, научились или гораздо лучше стали уметь оперировать удилищами разного типа
во время вываживания рыбы. Научились вываживать жесткими удилищами, научились вываживать мягкими. Вот. Единственное, чего трудно научиться, это забрасывать мягким удилищем, пробивая ветер, и ловить на прибойной волне мягкими квертипами, которые скачут. Ну, это невозможно на самом-то деле. Вот тут как бы наступает дилемма. Поэтому то, что зависит от удилища, это в первую очередь заброс. А вяжущие свойства, это во многом все-таки руки рыболова. Это важно понимать. Вот. Есть такое понятие, как чувствительность, насколько бланк передает хорошо, не дают мне связать, информацию в руку. Резонансные свойства удилища, конечно, имеют огромное значение, особенно если речь идет о маркирении. Вот. Когда идет поиск дистанции. Но тут уже все зависит от материала производителя. То есть, насколько высокомодульный материал, какая конусность, ну и вообще сама инженерная концепция удилища очень большую роль играет. Потому что можно делать удилища с потрясающими кастинговыми свойствами, но при этом звонкость их будет не самой лучшей. А можно наоборот делать очень звонкие удилища, которые будут вообще отвратительно бросать. Ух ты! Хорошенький. Тихо. Хорошенький. Задвушничек. Опа. Красавчик. Нервничает. Хорошая рыба. Так вот. Очень важно, чтобы удилище было уместным. Чтобы подходило под те условия ловли, которые предполагаются. Если нужно помягче, было помягче. Если нужно побыстрее, было побыстрее. Если нужно, чтобы удилище показывало там какие-то невероятные кастинговые вещи, чтобы оно было упругим, тон и кидючим. Или же наоборот, имело большую конусность там, и там сумасшедший резонанс. Вот. Все очень ситуативно. Поэтому большое количество удилищ, разложенных у рыболовов-спортсменов на платформе, это никоим образом не какие-то там, скажем так, желания выпендриться, понты какие-то или там показушничество. Ни в коем образом. Это как раз инструментарий. Это полный набор инструментов, посредством которых рыболов-спортсмен может очень быстро, мобильно, прямо во время тура соревнований, никак не могу подвязать поводок, крючок уже разогнулся совсем, принимать решения и оперировать необходимыми ему удилищами. Поэтому очень часто во время тура приходится их менять. Бывает, что банально поднимается ветер, и удочкой, которой ты работал успешно на протяжении последнего часа, ты просто банально там не докидываешь туда, куда необходимо. Или же понимаешь, что надо увеличить объем кормушки рабочей. А удилище, которым ты работал до этого, и так уже работало на грани фола и фактически не справляется с новым снарядом. Вот. Или же есть водоемы с течением, которое меняется. Например, вроде канала имени Москвы, там, где в течение 20 минут дует в разные стороны течения, и то ты ловишь штиль, практически используя озерные удилища, то ли начинаешь ловить речниками, потому что течением начинает задувать и гнуть квертипы. Так что это все очень-очень-очень субъективно. И ежели есть такая возможность, конечно же, стоит практиковать ловлю с различными типами удилищ. Вот.
не забывая про то, что первая его задача – доставить кормушку на точку. Вот. Несомненно, есть еще очень важный критерий – это эстетика. Вот. И в современной рыбалке это отнюдь не второплановая вещь. Отнюдь не второплановая, потому что современная рыбалка, она во многом и заслуживает такое внимание аудитории, потому что это, в первую очередь, красиво. Это элегантно, это красиво, это стиль, образ жизни, и все вытекающие отсюда вещи, связанные с промышленным дизайном и с восприятием человеческим сознанием прекрасного, вот. Они, конечно, загиб, насколько мне показалось, в темноте не увидел. Ага. Пропустил загибчик. Вот. Это важно, конечно. Поэтому бывает, что банально просто удочка может не нравиться внешне. Ну, там, цвет деколи, к примеру, там, или кольца, форма колец. Почему? Потому что кольца бывают функциональные. Бывают кольца не только функциональные, бывают кольца еще очень красивые. А еще бывают кольца дорогие, там, модных брендов и все такое. Ну, в общем, у каждого, как говорится, свои критерии. Так вот, визуальная часть вот эта, она, конечно же, очень важна. Но современные производители все стараются, в большинстве своем, конечно, делать какие-то вещи красивые. Вот. Поэтому мы живем в прекрасный век, когда рыболовный рынок предлагает нам колоссальное количество вариантов выбрать подходящее на свой вкус удилище. Это очень хорошо. Ёлки-палки, ничего не вижу. Вот. И я должен заметить, что лично мне это очень нравится, потому что во всем этом свет преломляется, ничего не вижу. Во всем этом разнообразии потрясающем есть место, да что ж такое-то, для творчества. Вот. И за счет как раз многих таких красивых вещей, я уверен, что в современную рыбалку приходят новые адепты, которые чувствуют эту эстетику, и для них там желание сожрать рыбу не является первостепенным. То есть приходят ребята, которым нравится сам процесс, которые видят эту красоту. Не только красоту там, природы, красивых рыб, там, закаты, восходы, деревья, кувшинки, а и видят красоту снасти, и видят, как промышленные дизайнеры потрудились, поработали, подумали о том, как сделать реально действительно интересные вещи. Вот. И это всегда очень приятно, когда аудитория оценивает плоды разработчиков по достоинству, то есть когда ребята пишут, говорят: здравствуйте, там Сергей Валерьевич, там нам там пришлись по вкусу там ваши удочки, там, или там, ну, просто говорят о удочках других производителей, но какие-то конструктивные вещи там говорят, что понравилось, что не понравилось, там, или вот говорят конкретно вот каких-то особенностях, которые ты вкладываешь идею, и эта идея кому-то понятна. Человек говорит: я вот попробовал, и я увидел вот это, вот это и вот это. И очень приятно, когда это перекликается с тем, что ты действительно сам вкладывал в разработку удилища, и понимаешь, что в этот момент, конечно же, все не зря. Понимаешь, что удочка дошла до аудитории, какой-то рыбак теперь очень счастлив, потому что ему очень нравится ловить, и у него получается. Это очень круто. Это, наверное, самое большое счастье для разработчика. Вот. Ну, конечно, большое еще удовольствие, невероятно все это дело тестировать, сдать предсерийники, которые приходят с завода, когда, ну, такое, знаешь, предвкушение, ну вот они приехали, ну что, как получилось. Потом там носить небольшие правочки, и идеальный вариант, конечно, наступает, это такое удовлетворение глубокое, когда уже отправляешь на завод техническое задание окончательно и понимаешь, что, ну вот да,
Вот все. Вот она готова. Она готова. Ну а потом с трепетом ждешь, когда все это дело приходит, попадает в руки уже к рыболову, ждешь отзывы. И ребята пишут, говорят, типа, очень понравилось, спасибо. Вот. Это, наверное, это круто. Это стоит того, чтобы заниматься разработкой удилищ. Тут то же самое, конечно, и с кормами, и с бойлами, и с поп-апами. Со всем креативным творческим процессом так и происходит. Происходит живой контакт с аудиторией, загиб. Эх, такой загиб немножко, даже не загиб, а рывок. Такое ощущение, что как вот за край губы где-то крючок повис, и рыба дернулась, и он как бы по слизи скользнул, квертип-то загнулся, но не пробилась рыба. Сейчас. Лещ вернулся на точку, все хорошо, к счастью. После сазаньего нашествия, я же даже не знаю, кукурузку добавлять сейчас, не добавлять, потому что как бы поймать сазана вроде и веселое занятие. Он и боец, конечно, и все такое. Но в то же время, если он так выключает леща, то я даже не знаю. Хотелось бы так, чтобы, мол, лещ, потом бац, сазан, потом лещ, ну и так далее, и тому подобное. А когда с такими паузами прямо на точке, а в то же время думаешь, а вдруг сазан сейчас попадется, пятерик такой, что даст мне тут угля. Вот не знаю. Нет, добавлю кукурузки. Так, немножечко. А вдруг? Такой загибчик. Дерганый был. Сейчас попробуем, посмотрим, может быть, еще будет. Доброй ночи. Доброй. Говорят, в Москва-реке сазаны большие есть. Народ ловит. Прям таких крупных. Ну, не знаю, как конкретно здесь, на этой акватории, но есть места, где ребята выезжают на карповые снасти и прямо ловят серьезных, приличных рыб. Ну, давай, родимый. Также хорошо, только что загнут. Или, может быть, чуть-чуть их взбодрить мотыликом, так сказать. Для проформы. На парыша клюет неплохо. Мотыля наживлять ночью темно лень. Поэтому буду его резать, а бомбить на опарика. Так, опарика подкромсаем немножечко, чтобы завести рыбку-то получше, а то какая-то поклевка была такая смазана. И сейчас вот опять раз, и пауза какая-то. Чувствую, что сазаны, наверное, наведываются. Просто вопрос в том, что они могут приплывать совсем крупные, ну, то есть такими, те, которых там, предположим, мы там три опарыша могут не сильно интересовать здесь в контексте этой рыбалки. И возможно быть такое, что они там приплывают и сами не клюют, разгоняют моих лещей с точки. Ну, что поделать. Я буду рад, если у меня клюнет любая рыба. Даже очередной москворецкий гроссгардонс. Ох, подача какая была. На резком рывке, но я немножко, честно признаюсь, прозевал. Сейчас поводочек я связал, он чуть-чуть короче, где-то сантиметров
90. Может быть, это связано и с тем, что такие резкие рывки не реализованы, что, может быть, удлинить поводок немножко, все-таки вернуть на 110. Но мне просто тогда на 110 не понравилось. Единственное, что рыба-то хорошо засекалась, но при этом была проблема с тем, что глубоко достаточно крючок торчал. Мне это немножко смутило, не хотелось бы травмировать рыбу. Хотелось бы, чтобы все-таки она за губу цеплялась. Вот. Ну, сейчас попробуем еще. Если поклевочка окажется холостой, все-таки вернусь к более длинному варианту поводка. Чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть добавлю. Ночная ловля. И вообще, конечно, круто. В свое время, помню, был очень прикольный турнир в городе Лисичанске, еще до войны. Ночной тандем. Там такая безумная локация была. Такой техноген. Вот. Сербский Донец. И ловились достаточно крупные ночью лещи, головли, сазаны улетали. И тандем ночной. Вообще классный формат соревнований. Я помню, организаторы разносили какой-то кулеш там по секторам. То есть сидишь, ловишь, и приходят организаторы, приносят кулешек, полтинничек к кулешику. Красота, уют. Опа! Еще один мистер лещ. Так. Ух, ё. Так. Где это тут под саги? С тобой совладать-то? Куда ты там заглотнул? Прилично или неприлично? Ах ты. Все в соплях. Все в соплях. Одним словом, все как обычно. Ладно. Так. Опа. Да, браточек. Браточек. Всего ты меня изгваздал. Своей слизи. Ну, что поделать? Что поделать? Пока. Пока буду ждать. Точнее, вязать поводок. Просто сделаю заброс. Заброс.
заброс кормушки просто с кормом. Чтобы точку держать. И быстренько свяжу поводочек. Потихонечку небо начинает просветляться. Полночь начинает отдавать свои права перед рассветным часам. Бывает на речевой рыбалке вязание поводков является единственной забавой в ожидании поклевки, чтобы вот ни в коем случае не суетиться, не дергаться с места, не перезабрасывать. Вот именно забрасываешься и сидишь, вяжешь поводок до поклевки, ждешь очень часто. Потому что лещ — рыба, которая зачастую очень любит рыболов, которые умеют ждать. Которые умеют ждать. Но все равно поклевки достаточно активные. Я просто без светляков ловлю. И в этих потьмах, возможно, что-то пропускаю. Потому что фонарик, столб фонарный меня чуть подслепливает. И, ну, видимость не самая лучшая. Но, тем не менее, что-то из поклевок удалось все-таки увидеть и реализовать. Так. Метровенький поводочек. Раз, два, три. Метровенький поводочек. Три опоря. Кормушечка держала точку. Я вязал поводок. Красота, конечно. Интересно, на кубке Сенсос лещи будут клевать еще или уплывут во свояси? Потому как всегда, на тренировках эти ребята любят показывать завидный аппетит. А как только соревнования наступают, ты такой приходишь и думаешь, ну сейчас я как на тренировочке покажу класс. А лещ тебе говорит: не, вместо меня сегодня окуня, в лучшем случае пара плотвиц. И приходится делать выводы. Загиб. Не попал. Вот они, конечно, эти поклевки лещевые. И загиб такой, ну прям, ну красивый так. Все, вот он так, фук, потянул. Как он это все? Вот интересно в этот момент, что там вообще произошло, почему? Поторопился, может быть. Частенько, конечно, бывает такая тема. Так. Опа. Хорошо, красота, дистанция комфортна. Мне кажется, что я даже сейчас в потьмах попадаю в 17-литровое ведро. Ветра нету, ничто мне не мешает кидать. И реально получается очень точно ловить.
погиб. Да ладно, ну что за фигня? Вообще просто натянул прямо. Сейчас попробуем вместо живых поставить топленки. Пучочек. Пучочек топленочки. Пробуем с топленочкой. Просто топленый мягкий. Может быть, с ним лучше сработает. Так, плюс. Хотя, может, он наоборот сейчас будет пассивно лежать. И на дне и не так, и не вызывать такого интереса. Может быть, посмотрим. В корме однозначно работает хорошо. В качестве корма хорошо. Так, контакт. Небольшой контакт. В прибрежной зоне периодически активируется хищник. Мелочь брызжет. Ну, вероятно, скорее всего, это судачки подходят сюда. Вот. Судак такой, ночной хищник. Но заметил я, что вот так вот праздно гуляющего большого количества уклейки ее как бы нету, не ощущается. Вот. Я не знаю, как здесь в Москва-реке вообще с уклейкой обстоит дело. По идее, конечно же, она должна присутствовать в большом количестве, но, возможно, сейчас для нее не сезон, как минимум. Потому как я ее прям большой активности так, как таковой не наблюдаю. Так, ну что, где контакт? Только не надо заново приплывать мистеру карпу или сазану, потому что после него лещи прям шарахаются в рассыпную. Резочки немножко поддам, что-то такое. Ух ты, какой загиб. Это ну что ж происходит? Так. Мне это напоминает нашу игру с Уругваем. 3-0. Точнее, 0-3. Лещи меня обыгрывают по поклевкам. И так прям... Я даже не знаю. Так, уже дело принципа. По какой-то причине начал просто вот такой загибчик вроде бы, все, но не засекается. Крючок острый. Причину назвать не могу. Или подождать еще, может быть, отдать ему сильнее. Ну, фиг его знает. И поводок сейчас последний у меня метровый, то есть нормальный. Максимальным, который ловил, 1.10 м, но при нем реализация была неплохая, но рыбы глубоко глотали. А сейчас получается... метровик, по идее, все должно быть нормально. Чуть-чуть резочки подкину. Можно, конечно, попытаться половить с еще более тонким кюртипом. К
Как вариант, но я не знаю, мне кажется, что рыба не бросает. То есть я в момент подтяжки, вот подтяжка. И есть. Что я в момент подтяжки все-таки. Отрабатываю. Очередной лещик. Да, клюют они славно, конечно. Тихо. Ну, судя по тому, как нах располагается крючок в пасти, практически. Практически в шахте, как говорится. То есть нельзя сказать, что поводок короткий, залетает, будь здоров. Я бы даже немножко укорачивался, если честно. Но поклевки такие, играючись, происходят. Такое ощущение, что рыбки находятся в хорошем расположении духа. И слегка издевается надо мной. Одним словом, ночь. Время волшебства. Да. Чё, круто, конечно. Очень круто. Хорошие рыбы, хорошая рыбалка. Очень все это здорово. Акватория позволяет, если бы, конечно, по размеру было, ну, еще бы хотя бы, ей бы, ну, километр вот этой набережной, можно было бы проводить совсем грандиозный турнир. А так она по длине, ну, по ощущениям, сколько здесь? Километра полтора. То есть для того, чтобы проводить турниры там такие топовые, ну, по типу там Кубка Дружбы вот такого уровня, чтобы приезжало много команд пятерок, я боюсь, что она, конечно, не вытянет. Вот. Ну а московских команд пятерок я не знаю, сколько здесь собирается. Десяток усаживается, так точно. Вроде бы. Точно не знаю, надо помониторить будет. Классная, шикарная акватория, конечно. Братеево, Братеевский парк. Прямо впечатляет, под большим впечатлением я. Хорошая здесь рыбалка. И говорят, что и хороша она здесь и на поплавок, и на фидер, то есть и под штекером поклевывает рыбка. То есть все на высшем уровне. А благоустроенный такой парк прикольный. Классно, конечно. Сзади всякие разные рестораны мороженого. То есть днем здесь можно вполне там пиццу съесть. Параллельно там кваска попить. Кофеечек. Вот. Парочки гуляют, лавочки тенистые есть, клумбы с петуниями. Ну все как положено, все красиво, все очень красиво. Приличное место для популяризации рыболовного спорта и здорового образа жизни. Самое оно. Небольшое затишье. Так, контакт. Наверное, просто вот эти загибчики, это скорее просто рыба цепляется за леску, вероятно. Поэтому мои вот эти сверхранние засечки, просто это не по рыбе, скорее всего. Это на точке приличная концентрация может иметься. И
Но сейчас посмотрим. Вот было два контакта, я так не подсекал. Там один под загиб такой, на которых я раньше подсекал. Другой тоже оставил их. Вот сейчас посмотрим. Может быть, все-таки на третьем произойдет какая-то более внятная подтяжка. Может быть, произойдет. А может и нет. Так. Парики. Все, да? Вот это два загибчика таких. И тишина. Ну, не хочу ждать. Перезаброшусь. О, небка голубенькая начинает такое появляться уже. Цвета сейчас будет. Да, разжевала просто беспощадно, не оставила ничего от моих опарей. Вот такие тут рыбы. Чудные. Так, сейчас насадим. Нормальное количество. Щепотку живого в корм. Опа. Корм работает отлично, я считаю. Несомненно, живые компоненты тоже отлично работают, но корм рыбу ставит. Поэтому я удовлетворен. Посмотрим еще, как он работает в прессинге, потому что, понятное дело, рыбалка – это рыбалка. На рыбалке я сижу сам, вся рыба справа и слева моя. Что творят канадцы? Ну, сейчас я сам виноват, нацепил кучу опарей. Такая она москворецкая ловля трофейного леща. Возможность посреди огромного мегаполиса побыть наедине с собой, со своими рыбами. Найти укромный островок тишины. Полюбоваться ночным городом и в то же время побыть на природе. Потому что локация здесь, конечно, прекрасная. Да и рыбы, к слову сказать, очаровательны. Клюют они сегодня у меня отменно. Грех жаловаться. Опачки. Ночная ловля леща. Москва-реки. Опа. Очередной бронзовый красавчик. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Каков. Доброе утро!
мой предрассветный друг. Итог ночной рыбалки на Москва-реке. Навскидку так, не знаю, 40 точно есть, может больше. Прекрасные лещи, прекрасная рыбалка, прекрасные рыбы посетили меня. Ох ты, ох ты, ох ты, вон какие. Опа, красавцы. Супер. Супер фидер. Друзья, с вами был Сергей Попов. Рыбалка нового поколения. Обязательно ловите фидером. Обязательно приезжайте на ночные рыбалки. И обязательно пускайте рыбу. Всего хорошего. Друзья, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, делитесь ссылкой с комрадами и обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Смотрите очередные сюжеты о современной рыбалке.